Слышишь, что расскажу? Пишет мне сейчас Сичкарь. Сичкарь пишет. Серега Сичкарь. Я понял, Русь, понял. Ну что у вас там за шум лишний? Да это Саша. Саш, ну выключи, ну ты что? Выключу. Ну и что? Ну, короче, это. Пишет мне. Привет, Русь, да, я там типа на проекте и все такое. Я говорю, ну и как ты себя чувствуешь, Серег, тебе нравится там? А он мне такой, не-не-не, я домой. Я домой, Сичкарь мне пишет. Говорит, тут вообще все уже не мое. Я говорю, как не твое, Серега, ну ты так хотел. Мы с тобой виделись полтора месяца назад, ну как бы вообще речь не шла о проекте. И тут ты в нем. Ну как, ну расскажи. А он мне и пишет, Русь, тут одни проститутки и... стриптизерши. Вот так он мне написал. Ну, Серега, видишь, он такой романтический, он не может это выносить. По сути, получается. Я понял. Понял, да? Слышишь, Жень, ну а как тебе вообще вот эта вся система? Прут опять стариков на проект. Сейчас, если Сичкарь уйдет, то на его место еще двоих приведут. Там Ряска, вот эта Оксана. И все такое. Ряску выгнали вчера. А, уже выгнали? Да, я ничего не знаю ничего, расскажи, Жень. Ну, я не знаю, выгнали, нет, я вчера смотрел эфир, там началось голосование, Сичкаря выгонять или Ряска. И в разницу, по-моему, там в один или два голоса, что такое, выгнали Ряску. Вот, боже. Ну, я на нее подписан, я не видел, чтобы ее выгнали, она постит фотки, где она там у бассейна. Ну, слушай, значит, я не досмотрел, значит, все нормально. Потому что я вчера был впечатлен финалом «Холостяк». Я вчера был очарован тем, что там происходило. Поэтому и мне вчера было не до Ряски. Я вчера смотрел на Дарью Клюкину и на Вику, да, ее Вика вторую зовут. Не помню. Ты не смотришь? Жень, да я не буду это говнище смотреть. А что Сашу, покажи мне. Ну подожди, ну не переворачивай, я сама сейчас слышу. Ты не перевернул, нет? Нет. А ты в этом, ты в... Вот поэтому я и говорю, покажите Сашу. Да. Саш, как собой занимается. Саня, видишь, как маска... Маска как называется? Да, как называется маска? Ты представляешь, с головы вылетела. Сейчас, секундочку. Маска называется... Блевотня кита. Нет, карбонат, бабл, маска. Вот, Make Skin Young and Energetic Again. Вот так. Очень. Вот такая, с хрюшей. Ну, ты понимаешь, что Again — это Agent. Ну, ты понимаешь, Again. Какой Agent? Ладно, это все не важно. Скажите мне, мне еще вчера Сашка Габозов писал, Жень, с островов. Что он хочет? Что он писал? Что он устал там? Устал, дико. Бля, я даже не удивлен. Я так и знал, что он тебе это и написал. Что все плохо, как он устал, как надоело. А что не уйдет? Ну, потому что, а зарплату? А где он сейчас пойдет на такую зарплату 150 тысяч? Жень, ну куда он пойдет, Саша? Слушай, нет, ну его просто, он реально что-то там долго уже на острове. Просто на острове долго сидеть невозможно. Надо периодически просто там, ну месяц-два максимум. И у человека надо уезжать в Москву. Там тяжело очень. Ты понимаешь? Да. Ну. Вот. Что у тебя еще? Ну, а ты где, в Самаре? Был, я прилетел уже.